греческий соус с огурцами послужит отличным дополнением к любой закуске, будь то чипсы или просто тосты, рецепт до безумия прост, делюсь им с вами. Я готовлю разные соусы к приходу гостей. Греческий соус с огурцами получается нежным и немного острым, его можно намазывать на тосты, свежий батон, очень вкусно, и просто макать в него крекеры. Если вы ждете гостей, то начните делать соус за час до их прихода, так как надо будет мариновать огурцы и охладить готовый соус. Досматриваем ролик до конца и записываем ингредиенты. Приготовьте огурец, разрежьте его пополам, очистите от семян. Разрежьте огурец на кусочки, высыпите на дуршлаг, засыпьте солью, оставьте так на 30 минут, после чего положите огурец в марлю и отожмите оставшуюся жидкость. Положите огурчики в блендер, добавьте свежего укропа, мяты, выдавите чеснок и полейте лимонным соком, взбейте все. Получившуюся массу выложите в миску, добавьте йогурта и хорошенько перемешайте. Поставьте в холодильник на 30 минут, греческий соус с огурцами готов. Вкуснее тем, кто подпишется. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Обещанный список ингредиентов. Натуральный йогурт, 2 стакана. Длинный огурец, 1 штука. Соль, 0,5 чайных ложки. Чеснок, 4 зубчика. Свежий укроп, 1 чайная ложка, укроп мелко порубите. Оливковое масло, 1 столовая ложка. Листья мяты, 4 штуки, мелко нарубите. Лимонный сок, 1 столовая ложка. Количество порций, 3-4. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Всем Марии удачи, и дачи у Марии. Увидимся.